Вот смотрите, вот это игрок? Нет. Да. А, да? Угадал. Ребята! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Итачи, FM Zoom, Кирилл Геймер, Подлючка, Фриз, Гусанек, пацаны, поздравайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Как и обещали, у нас сегодня будет очень классная рубрика «Угадай, какой аниматроник настоящий». Пацаны, все лица в аниматроников, я должен буду угадать, в каком аниматронике находится настоящий человек. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, теперь мне нужно гадать, какой же настоящий здесь игрок. Никнеймы не подсвечиваются, это очень сложно будет сделать. И в конце, когда я уже угадаю всех аниматроников, посмотрим, сколько останется NPC-шек. Это будут мои очки. Так, я думаю, что вот это вот... Блин, а как мне теперь реально угадать, кто из них кто? Ха-ха, это очень сложно. Эти вообще воду месяц. Смотрите, что эти NPC-шки делают. Это прикольно. А не могут ли быть это настоящие игроки? Вот не может же он колбасить вот так воду? Может. Может, давайте проверим. Первая попытка. Угадал? Нет. Да ладно. Могут. Ну ладно, пусть они месят дальше воду, а я буду разбираться с следующим игроком. Я думаю, что вот это... Блин, ну это сложно. Я думал перед записью ролика, что это будет очень легко. А вот стоит игрок. Угадал? Нет. Да. А, да? Да, давайте. Получается, NPC не стоят на месте. Кто стоит, тот и настоящий нет. Игрок. Вот пошел, нет, видели? Угадал? Вот, смотрите, стоит аниматроник. И резко пошел. Я так и не понял, NPC ходят или не ходят. Они как-то странно себя очень ведут. Ну, давайте по этому жахнем. Ну-ка, смотрим, возродится кто-то? А, я угадал. Угадал. Это очень круто. Так, ребята, двоих я уже угадал. При том, что всего лишь убил одного NPC-шку. Вот еще кто-то из них. Вот видели? Блин, непонятно, ну видели-то и видели, ну кто из них кто? Сложно, да? Ну сложно, так ты если будешь играть, ты офигеешь, как это сложно. Кто-то рядом. Угадал? Мне кажется, обычный игрок будет ходить... Ну как он будет ходить, ну реально очень сложно угадать. Вообще рандом полный. Ну угадал и двоих. Да, я угадал, но вот блин, среди этих всех очень сложно угадать. Ну кто в центре по ней находит, значит это игроки точно. Ты думаешь? В центре? А мне кажется, вот Гусанек может просто упереться в стену и идти, потому что я знаю его интеллект. Вот смотрите, вот это... Не, ну вот это... А кто из них кто? Сейчас, подождите. Я проверял, если в стену упираешься, когда вселяешься, он не так себя ведет. По-другому себя ведет. Ну вот кто-то из этих аниматроников настоящий игрок. Угадать кто? Кстати, я знаете, как могу сделать, как угадывать? Я могу просто отключать резко искусственный интеллект, и они все резко остановятся. Это будет читерски. А ты читер, Дим. Не, давайте я не буду так делать. Или сделать так, хотите? Не надо, не надо. Сразу спалитесь, да, пацаны? Вот, вот это игрок. Угадал? Блин, да. Отлично, ребята. Класс, уже трое. Так, осталось мне угадать еще четверых. Пацаны, вы можете мне подсказывать, как вы думаете, кто из них кто? Или вы уже знаете, можно кто из них? Вы можете подсказывать, а я буду просто наблюдать за ним. Вот да. Смотрите, вот это игрок? Нет. Да. А, да? Угадал. Ребята, блин, ну это точно, вы сказали правду, что если ходит по центру, то игрок. В стенку не упираются. На мой. Ты думаешь, что воду месяц все-таки игрок, да? Нет, потому что он так колбасится, когда ты вселяешься, он по-другому себя ведет. Да, это правда, это правда. Я знаю, кто. Вот этот, наверное, вот этот. Давай, давай проверим. Если ты не угадал, я тебя убью. Он уходит. Не. Угадал? Я на этом показывал. Да, угадал. Отлично, вот ребята, осталось двое. Вот этот, я думал, вот этот. Сзади, Дим. Сзади? Вот этот вот? Да, ребята, думаю, кто останется последним выживший, будет начинать следующий раунд, чтобы было интереснее. Хорошо. Так, ты думаешь, что все-таки вот это, да, Гусанек идет? Не. А ну понюхайте, воняет от него. Да. А что он остановил? О, подождите, а если подходишь и останавливается? Отходишь? Он стоит. Да, это игрок. Это NPC. Нет. Блин. А как же? А ну давайте. Все, я догадался, как проверять, настоящий я игрок знаю, или нет. Когда упираешься в него, он должен остановиться. Вот, это игрок. Дим, лети за мной. Я знаю, где. Да ну нет, ну все меньше и меньше аниматроников остается. Дима, я знаю, вот либо вот этот, либо этот. Вот этот игрок. Вот это игрок. Да, блин. Отлично, ребята. Саня, где ты был?
А, я последний? Да. Да, Гусенек, ты последний. Все, теперь я должен тебя найти. Представьте сейчас, насколько сложно мне будет его найти. Очень. Иди все. Вот, вот это Гусенек. Вот этот. Нет. А он не мог нас обмануть и просто вот всех? Этот. Да он может как угодно идти. Но мне кажется, вот это... Может, вот мне это кажется, Гусенек? Ну, не знаю. Я думаю, вот это вот здесь. Ко мне идите, где это? Нет, нет. Вот, нет, это, нет. Вот это вот. А ну отойди, 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 я жахну по нему. Один из них должен быть. Нет. Да ты мне специально делаешь так, чтобы я не угадывал, ты с Гусаньком сговорился. Это NPC. Короче, Гусанек уперся в стену, как я с самого начала и сказал. Зная его интеллект, он... Помните, я хотел из этого кого-то убить? Так они встаются просто в стену. Дима, просто если что, потом скажи, я сдаюсь. Я пока всех не убью, я не сдамся. Он же мог рядом, он же мог вообще далеко и надолго спрятаться. Он может в толпе быть. Угадал? Дима, иди сюда. Нет. Попробуй вот этого самого дальнего. Угадал? Да ну Гусанёк. Дима, попробуй вот угадал. Это. А, да? Вот это он ходил. Блин, ну это было четко. Ребята, обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ролики выходят. Каждый день стараемся снимать очень крутые рубрики, которые не снимают другие ютуберы. Стараемся развлечь по максимуму. Вот так вот, Гусанёк, ты красавчик. Давайте посчитаем, сколько аниматроников осталось. 8. Раз, два, три, 4, 5... 6 аниматроников всего осталось? Нет, 8. А, 7? Я посчитал. А, и да... вот 8. Все, 8, отлично. Ребята, раунд номер 2. Гусанек начинает. У меня осталось 8 аниматроников. Сейчас посмотрим, сколько у Гусанька останется. Так, я вышел на охоту. Давай, давай, мы в тебя верим. О, я уже игрока вижу. Блин, я теперь не могу наблюдать нормально, потому что Гусанёк сразу меня спалит, если я буду на него смотреть. Так, Гусанёк не угадал. Угадал? Угадал. Опять. Да ладно, красавчик. С первого раза, что ли, угадал? Да. Он опять первый. Опять там кто-то воду месит, видите? Это прикольно. Они просто пить хотят тут. Ну да-да-да, они любят воду. А только что голову оторвали. Блин, да я спалился тем, что я вышел за границу. А чё я смог выйти, а аниматроники не могут? Да не, ну это реально как-то было неинтересно. Я хотел упереться, как все аниматроники, тупо идти буксовать. Ну давай. Я говорю, а им по-другому виду, когда ты снялся. Всё, давай, Дим, я твой. Сейчас, сейчас, стой, всё, не смотри, не смотри. Всё, можешь смотреть. Всё. Блин, я теперь не могу упереться в стену и тупо идти? Или там просто баг был, я так и не понял. Пацаны, можно упираться в стену или нет? Ну, можно, но можно. Там потом проходит. Да, проходит. Сейчас я проверю. Давай, иди. Скажешь. Сейчас тебе замочится. Я проверил, он не... Так, Гусанёк так внимательно смотрит. Кого же убить? Кого же убить? Я прям боюсь. Да ну блин, да я поддался. Ну ладно, ладно, нашел. Да как-то странно, да? Видно было, да, что это был игрок, потому что я остановился. Да. Давай, Гусанёк, продолжай. Сколько людей уже нашел? Двоих? Двоих только, двоих. Красавчик, давай продолжай. Ну я хотя бы не пеху. Что ну да. Его Фредди, они тут... Даже непонятно. Не, ну видишь, я останавливаюсь, когда упираюсь. Если никто не останавливается, значит там нет игроков. Потому что они меня как застопорили. Мне кажется, вот я даже вижу, кто из них кто, но не буду подсказывать. Я, так, давай, я Гусанёк. Ну-ка, ну-ка, ну, интересно, как он видел. Думает. Угадал? Угадал. Красавчик, да ладно, Гусанёчек. Самое тяжело будет, ребята, когда останется один или два человека. Вот прям сложно будет угадывать. Я хочу, чтобы у Гусанька осталось, конечно, меньше аниматроников, но чувствую, не получится. Ну? Так, сюда пошел. Все-таки думаю, что здесь кто-то из настоящих игроков. Вот, а, нет, не там нема. Здесь нету. Вот эти, да, кто-то из них? Тяжело, да, Гусанёк, или легко? Легко, просто надо понять, кто и прямо из них. Нужно его подловить на ошибку. Они так прикольно все ходят, попирали в стену. А я увидел, кто настоящий игрок. Только что спалился. Да? Да, спалился только что. Я двоих увидел. Ну, игроки в стенке, типа, просто останавливаются. Ну да. А, он все-таки решил, что тот настоящий игрок. Ну-ка. Ну, проверяй уже, стреляй, или боишься? Боюсь. Не бойся, не бойся, он тебя не убьет. Ну если мисклик будет, то убьет человек.
Да, это игрок, он остановился. Не, так все NPC останавливаются. NPC же останавливается. NPC я не думал, дал, вот игрок, я думал, вот. Вот, вот сейчас посмотрим, это NPC или нет. А, давай. А если он развернется и не пойдет к стене? Это было очевидно. Угадал, да? Ну да, угадал, я бы там спалился реально. Ну реально, ты бы спалился. Я так и думаю, сейчас не дойдет до стены, значит угадает. Блин, прикольно получилось. Классная рубрика, ребята. Если вам нравятся такие рубрики, ставьте плюсики, и следующую рубрику мы снимем угадай аниматроника по части тела. Только мы возьмем уже с разных частей, со всех нафов. Так, Гусанек думает, что вот это тоже. Да, кстати, спалился. Да, это он. Стреляй. Нет, мне интересно, сейчас пойдет к стене. А, ну а он развернется. А, ты вот так хочешь, да, их проверять? Ну, как я. Ну давай смотреть, дойдет или нет. Либо у него вариант просто в стенку перейти. Ну я скажу, что NPC сюда ровно не ходит. Да, значит это не NPC. Проверяй. Да, то... Да ну нет! Ай, блин, красавчик. Осталось двое. Ну да. Мне кажется, что на этой волне я поставил больше NPC, чем у меня было. Или нет? Вот, да, угадал. Это он. Есть? Нет. Да. А, ну... Ты что, всех угадал уже? Последний, Фунгзум последний. Да. Я вижу, где он. Вон он, вот он ходит, вот он где? Ходит. Это он. Я уверен, что это он. Гаси его. А, да. Да, это он. Блин. Все. Да ладно, ты чё, гонишь, что ли? Да, я больше справился, чем ты. А давайте посчитаем, сколько аниматроников осталось. 24, я насчитал. Ребята, раунд номер 3. И сейчас уже у нас еще сложнее аниматроник, которого еще тяжелее вычислить. Давай, ищи нас, ты сможешь. У него походка более такая однообразная. Можно просто идти прямо, останавливаться и идти. Пускай вот этот будет. Не угадал. Угадал? Угадал? Нет, не угадал. Ну и все. Они еще, знаете, идут, останавливаются, идут, останавливаются. Как все NPC делают. Ну, в этом и есть прикол, что очень сложно будет вычислить. Че, пацаны, еще никого не смог найти? Нет. Слетел. Кстати, это аниматроник всегда знает твое местоположение. Не нашел. Ребят, это очень сложный аниматроник. Он очень медленно ходит. Так. Чувствую, будет ему сложно нас найти. Очень сложно. Че так прикольно разговаривает? Блин, они останавливаются, потом резко идут. Это очень круто. Я могу даже смотреть, где он мочит всех. Они разворачиваются резко. Да. Резко, когда останавливаются, резко потом в другую сторону идет. Но это очень сложно. Это да, очень сложно. Это, наверное, самый сложный раунд, который у нас будет. Да все, рубрику, это очень самый сложный. Да. Никого не нашел? Ай, блин, круто! Это офигенно! Они поворачиваются так просто, они все резко поворачиваются именно NPC, а я вот вижу, которые плавные. Ну да, кстати, можно так вот немножко наблюдать. Я не хочу первым опозориться перед всеми. Ты опозорился уже, ты еще никого не нашел. Ну я ж, ну да, ничто теперь. Нет, это... Да я два раза опозорился. Ай, да я и тушка находится. Вот у меня. Ты много знаешь. Очень много знаешь. Ты долго не должен прожить. Да. Я вижу, как ты это голоса там это делает. А, и что? Ой. А ты выруби голосочек. Он его убил. Нельзя близко подходить, они мочат всех. А что со мной? Ничего. Ребята, представляете, насколько сложно? Хорошо, что этих аниматроников я себе не ставил. Они еще так долго стоят, кстати. Я даже догадываюсь, где Гусанёк ходит. Нашел? Ну, я ему в хорошем месте. И точка опозорился. Я не хотел, но почему я? Еще одного. А. Нашел? Ну ладно. Или нет? А, да. Я понял, как их можно различать. А как? Вот идет NPC, если у него, короче, есть зона. Если рядом с этой зоной идет или NPC, или игрок, то он останавливается. И убивает. Да, они. Вот один не останавливался. Нет, NPC убивает, если слишком близко. Убивает. Это другая зона. Типа даже если ты сидел, блин, классно, его мочат постоянно.
Блин, он меня нашел. Ай-яй-яй-яй-яй, неприятная ситуация. Просто типа, если ты вселился, NPC сам может убить, даже если ты ничего не нашла. Я пробегал. Так, я иду до гусенька. Так, ребят, сейчас вы говорите, кто возле стенки стоит сейчас? Я. Да? Ну, я не знаю. Не знаю. Блин, нашел! Да ладно, как ты догадался, что я, это а я? Ты, а ты слишком рано, Ага, я рано? Так они от фонаря останавливаются. Нет, у них есть цикл. Так, ну давай, как ты думаешь, кто ж еще здесь у нас настоящий игрок? А может это тот чел? О, да, это гусанек. Вот он. Да, вот это гусанек, ты, кстати, угадал, что это он. Я его спалил. Нет. Видишь, что когда ты проходишь мимо, они не останавливаются, значит это он. Я знаю, где пустой, я знаю. Ха-ха-ха, тебя убил настоящий игрок. Че ты подходишь близко, ну не входи. Класс. Так, давайте же наблюдать. Интересно, сколько уж у него останется аниматроников в конце? Вот этот. Уж угадал? Угадали? Нет. Нет. Да блин. А то так немножко по нервам бьет, когда ты не угадываешь. Так хочется угадать. Сколько осталось? Ой, вас трое осталось. Так, ребята, все интереснее и интереснее. Но при этом FM-зум очень сложно. Димас, ты жив? Я не, он меня нашел, я прям возле него. Я всю серию возле него практически ходил, он потом меня нашел все-таки. Это NPC. Нет, это не NPC, это гусанек. Это не NPC. Это игрок, я тебе серьезно говорю, мочи его. Тут как будто один есть игрок, я вижу. Ну, за мной, я знаю где. Я ползу за мной. Походу, я нашел игрока, возможно. Да, мочи его, это он. Не, это NPC, он убил. За мной. Так, и игрок тоже убит, он обычно умеет убивать. Не, он через стенку был, его прям. За мной. А не на расстоянии убивать, он мог просто нажать кнопку удара, и ты помер. Вот где ты, игрок, я уверен. Вот игрок. Да-да-да, вот видно игрока сразу. Вот, убивай. Мочи. Не факт, возможно, это просто типа это. Ну почему? Да блин, ладно. Гусанёчек, ну ладно. Это а что тут двигается по сторонам? А все только Саня оставался? Нет. Кто еще? Еще Кирилл. Двое осталось или один? Не, Кирилл умер. Один. Кто? Нет. Да, все. Значит, Саня выиграл. Ну да, я выиграл, потому что я вот вижу, это все остальные NPC ходят вроде как. Гусанёк, у тебя на 2 аниматроника больше осталось, поэтому в этом ролике победил у нас Гусанёк. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!